дофига играть, играть. Ага. Не, это тот мы случайно уничтожили, да, среднего. А эксперта? Если бы, видишь, не попадались бы эти самые, как его, вот эти монстры маленькие. Если бы их не было, было бы хорошо. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребята! Привет всем, как дела? Хорошо. А, ну что, Така, давай поиграем? Давай, бой с боссом опять. Отлично. Давай, бой с боссом. Я буду Броком. А я кем я там был? Кольтом. Кольтом. Кольтом какой-то с нами играет. Так, подожди, господи. А я смотрю на этого. Так, у меня, смотри, в стену стреляет, ё-моё. Че, не того выбрал. Не-не-не, нормально все. Да, ну, и да, у него такие ракетки могли бы, знаешь, сделать, чтобы он стрелял через эти бочки. Пролетали. По воздуху, у него же высоко. Он на плече держит, правильно? Вот это вот. Блин, Брок. Ну да, Брок. Так, смотри, робот начнет злиться через 10 минут. О, через минуту. У нас испытание эксперт, ты видишь? А, нет, а что это обозначает? Эксперт, ну это вообще капец. Это капец, типа он будет злой. А, тут даже подписано начинает злиться, да? Ага, да, он через 30 секунд начнет злиться. Так, а ну-ка, аккуратненько. Убили меня. Щелкнул, да, он тебя? Угу. Так он сейчас злится, через 18 секунд начнет. И как раз ты появишься, он начнет злиться. А чем так рано начал злиться? А, потому что, видишь, когда один раз выиграешь какой-то пункт, помнишь, мы основной да. один раз выиграли и сразу перешли на... Ой, и сразу перешли на... А, все, он меня убил. Больше да. нифига себе, аж подписано. Но! Вот это мы успели, да, сегодня поиграть. Может быть, это потому что... Сейчас меня убьют эти два дурачка. Что потому что? Потому что последний этап, ну, как бы она заканчивается, эта игра, поэтому... Да, наверное. Ну, вот как он фиолетовый, он такой был? Нет. Или он такой злой? Злой. Фух, спасибо тебе. Ой, блин. Этого гада не мог убить. Так, у нас, походу, наш друг там что-то пытается убить его. А, он там что-то один? Ага. А мы его покинули, что но... тот же был рядом, этот, злюка. Где он там, злюка? А, меня убили, блин, я стояла на месте, нельзя да, но... А, меня тоже убили. Меня ой, окружили. Он один, сейчас он, ой, кошмар, убегай. Ой, бедолашка. Тима, сейчас мы проиграем, короче. Тимочка. 5, 4, 3. Тимочка, убегай, молодец, жди нас. Так, это ты, да? Да. Ой, ну хорошо. Так, и я скоро появлюсь. Вот и я. Ой, блин, эти жёлтые кругленькие придурки вылезли. Ну. Ай, щелкнули меня опять. Опять? Ну, потому что он на меня прёт. А чё он туда пристреляет? Чё он стреляет назад у меня, придурки? А, видишь, надо управлять им. Да, нет, я же встала ровненько. О, гад, подстрелили. Так, 3-2 секунды. Нет, один. Мне кажется, ему сейчас надоест. Уходи, мама, туда, да, туда, сюда, да, да. Сюда? Кому надоест? Этому? Тиму? Тиму, ну. А Тима что, он убьется сам? Но. 50% что дофига играть, играть. Ага. Не, это тот мы случайно уничтожили, да, среднего. А эксперта? Если бы, видишь, не попадались бы эти самые, как его, вот эти монстры маленькие. Если бы их не было, было бы хорошо. Так они еще такие сильные, их всех уничтожишь. Ёп, моё, блин, убежал. Это он что-то там стрелял? Это я стрелял, и он убежал, гад. О, убил этого придурка. Жалко. О, медвежонок. Пули, куда убежать? Короче, когда он пули стреляет, лучше на месте стоять или бежать, где они будут кончаться. Ну, короче, я побежал и все пули собрал. Так, хитро сделано. Так, 5 секунд. 4. А, не успела, да? Угу. А
А я одна была? Ага. Да, что еще раз играем? Давай. А нет, написано выйти просто. А, ну все тогда. Потому что она закончилась. Да, большая игра есть. В этой событии командная игра не поддерживается. Большая игра, охотничий ряд. Что это такое? Через 2 дня начнется. Ё-моё. А сейчас есть что? Вот есть столкновение, расщепление ядра. Это что такое? Ну давай туда, пойдем, пошли. О, у меня какой-то подарок в магазине был. Ё-моё, не посмотрел. А у меня там тоже есть подарки, я не умею играть. А, ну давай, я открою магазин, и слева сразу... О, подарок. Подарок, ребятушки, жмите лайки быстрее. Возможно, что-то я открою, какую-нибудь легенду. Фиг там, да? Монеты, силы Брока и Динамайк. Да, ничего не открыли мы. Ах, ладно. У меня скоро уже будет сундук, когда... Давай, я возьму Барли. Чё, поехали? Давай. Что это за расщепление ядра? Посмотрим. Давай, посмотрим. Как тебе дела-то, кстати? Да, хорошо. Хорошо? Как у меня? Хорошо. А ты видела, какой у меня Барли? А, да. Ну, а ты что, взял подарок какой-то? У меня там какой-то висит подарок. Я не знаю, там что-то надо подключиться куда-то. А я скин купил за 30 демов. Ой, я уже что-то разучилась в этой игре. Золотой Барли. Так, одного щелкнул. Вон, бери много. Так, да нет, там это бегает, вонючка. А, 2 секунды. Так, одежь быстрей. Во. Да зачем ты туда покидал, идиот? Да. Ладно, иди вперед, иди вверх, наверх. Не дерись с ним. Да пошли не нахер, бесит меня. А ты че, умер? Ну, конечно. Блять, сука, забрала вот эту падла. Да не хочу я, когда меня вот это убивает, меня бесит. О, я появился, фига себе. А я думал то, что все. Так, 2 команды осталось, слушай. Я теперь в эту разучилась, ты с боссом играли постоянно. Ага, то что ты разучилась? В эту теперь играть игру. Все, не раз доиграть. Так. Все, я не умею, меня опять убили. Ну не переживай ты так. Или какой-то слабый этот у меня. Так, ладно, я отомстил. Здесь Кольтом лучше не играть. Звездный жетончик. Че, снова играем с этой командой? Ну, давай, чуть. Давай, ничего, сейчас ты войдешь в норму. Ты привет и будешь передавать ребятушкам? Нет, мне никто не пишет, я обиделась на все. Да, а я хотел передать привет Данилу. И Любе. О, что не стреляет? Так, а ну давайте помогу. Что-то я не стрельнул, у меня не было стреляшки, ребятушки. Вот такой вот Барли. Так, тихо, там этот динозавр ходит. Отходим. А где-то здесь еще внизу должен быть сундук. Вот он. Ух ты, он взорвался. Все. А кстати, ты знала, что сундуки, когда стоят в отравлении, они взрываются? Да, чтобы тебе быстрее зайти и взять. Да. Наверное. Так, дофига еще осталось 5 команд. Как бы мы с 5 команд и начинали. Ну так, давайте просто как-то спрячемся. Подальше. Ага. О, дурачок, где на майк бегает. Давай, стреляй. Стреляй же, ё-моё, почему так-то? А, убежал, да? Забрал, да. Ну там кто-то в кустах сидит, побить? Тут? А, нет, никого нету. Там что-то шевелилось, мне как-то казалось. А, ну Маш, значит, убежал. Ой, этот придурок там. Меня убили. А, меня тоже. Да я возьму сейчас другого геройчика. Я тоже. Давай. Так, а можно я открою сундучок? Открывай. Ребята, жмите лайки. Может, что-то сейчас выпадет. 1, 2, 3. Монеты. А, Брок. Ока. Ничего не выпало. Да ну нафиг. Уже какой раз я так играю, ничего не выпадает. Ладно, давайте я возьму, ребятушки, Була. Так, он у меня достаточно сильный. Поехали. Поехали.
Как там жучок в баночке? Живой еще, нет? Кажется, нет. Да? Либо он еще спит. Мы его водички помыли. Мне кажется, он от водички помер, а не от этого. Да? Мы, короче, ребятки споймали клеща в пинцах. Наверх. И решили испытать такое средство против клещей, знаете, из фикс-прайса. Вот это вот. Вообще он в нем покупался, в этом средстве от клещей. И остался жив. А в итоге умер от воды водопроводной, да? Потом мы решили помыть, отмыть его от этой жидкости и испытать другую жидкость, но он уже не вышел. Так что это от фикс-прайс ерунда, от клещей не помогает. Что-то мы не это самое, да? Mm-hmm. Ой, наверное, не дойду я нафиг. Слишком далеко. Слишком далеко эта банка, я не дойду, ребята. Я хотел дойти, но половина жизни у меня уменьшилась. Тут тоже почему-то много кто банок не забрал. Столкновение. Хорошо, столкновение. Будем ждать, когда... А если посидим в кустах, пусть они нас ищут? Пусть. Это знаешь, это топ 5 бойцов, которые меня бесят, да? Ага. Это называется ждуны. Да. Вон он бежит. Ой, сейчас там робот замочит, там выйдет. Ты видишь? Я там ничего не вижу. А, вижу. Вон, шелька бежит. Ага, сейчас можно... Надо было ее прикончить. Ага. Слишком далеко стояли. Открылись. Как? Двоих нас прям одним. Ты видела? Видела. Короче, ребята, я раскручивал була, оказалось, надо было раскручивать все-таки шельку. Ну да. Ну что ж, будем заканчивать серию, дорогие друзья? Да, давай. Ни разу мы не выиграли в этот раз сегодня. Ага, ну ничего страшного. Пока-пока, всем пока, передавайте привет, ага, пишите привет и пишите комментарии, ставьте лайки. Пока. Напишите мне хоть кто-нибудь там привет, чтобы я передала. Напишите Тати Плей привет, чтобы она передавала, а то она все ждет. Напишут обязательно. Ага, пока-пока, пока.